Заперто. Заперто! Кто это сделал? Что-то тут очень-очень мутное сегодня творится. Неужели Джош погиб? Неужели он умер? Так. А что, если они ошиблись? Что? Может, надо было заглянуть в сарай, чтобы убедиться? Не знаю. Есть вещи, которые увидишь, и потом никогда не развидишь. Да, наверное, но что-то необходимо увидеть своими глазами. Лучше поверь на слово. Смотри! Топор! Топор — это хорошо. Ох, ну что такое? Тут заперто! Ну что смотришь? Ломай дверь! Да ты что? Начнем ломать дверь, маньяк услышит. У тебя есть идеи получше? Нету. А если... Смотри! Что? Окно! Отлично, Мэтт. Я как раз могу просунуть в эту щель свою помаду. Не, серьезно? Ты туда не протиснешься, здоровяк. Я не пройду, но ты сможешь. И как я, по-твоему, пропихну туда свою задницу? Но ты же влезала в очень тесные джинсы. Ага, пардон? Это талант. Пораскинь мозгами, гений, не пойдет. Начнем с того, что этот маньяк наверняка сидит там под окном и ждет, чтобы сделать из нас кровавую Мэри. Так, ладно. Была не была. Сейчас. Как? Просто руби! Творится. Наверняка это тот чувак, который добрался до Криса и Эши и Джоша. Он знал, что это единственный путь назад. Не пугай меня. Ты посмотри, где теперь вагончик. Но это не так уж и далеко, да? Ты сможешь допрыгнуть? Я, конечно, крут, но не настолько. Хотя, почём. Но, Мэтт, если допрыгнуть ты не сможешь, что делать? Я не знаю. Он тут прям все в клочья разнес. Думаю, он прекрасно знал, что делает. Да уж, кто-то тут от души постарался. Ну и разгром. Тут и так все на ладан дышало, а теперь тем более. Смотри, пожарная вышка. Эй, Магеллан, может нам все-таки запустить фуникулеры и отчалить, а?
Очень мило. Не в моем вкусе. Отлично. Без ключей не уехать. Так что мы опять ни с чем. Есть же еще пожарная вышка, помнишь, на той карте? Ну, можно попробовать. Может, там есть радиостанция или телефон, что-то должно быть. Да, наверное. Нам нужна радиосвязь. Да, найдем радиостанцию, позовем на помощь. Кто-то должен услышать наш сигнал. Надо же, Мэтт, какой ты умный! Радио! Ты чего такая стерва? Между прочим, дело серьезное. Так, Мэтт, полегче. Жива? Ага. Спасибо. Может, тебе лучше пойти первым, подстраховать меня? Так. Так, осторожно. Так. Ладно, сейчас. О, Господи. Почти. Почти. Что-то мне как-то не дурно. Смотри вниз. О. Так. Так. Слава богу, что все закончилось. Вот уж точно. Что? Ну, радио. Работает. Но если вдруг нет, что будем делать? Может, нам просто спуститься? Спуститься куда? С горы. Ты это серьезно? А что такого? Она же, типа, не в небе парит. Ха, без разницы, там же нифига не видно. Ну, может, и не придется. Думаешь, этот психопат утром возьмет и убежит? Нет. Но... может найти укромное местечко, затаиться, переждать, а утром уже будем думать, что делать дальше. Если только не в доме прятаться, он ожидает, что туда мы и пойдем.
Я думал, копы тут все обыскали. А его, похоже, не нашли. Осторожно. Да, Мэтт, я бы предпочла провести вечер, не сорвавшись с обледенелой скалы прямо в пропасть. Сад, одежду сперли. Тот, кто это сделал, пусть не ждет от меня подарка на Рождество. Не смешно вообще. Понятно вам? Крис? Джош? Не поняла. Thank you.
Крис? Майк, Эмили? Все, это уже чересчур, повеселились. Было смешно, ха-ха. Вот я гуляю в полотенце. Но только, может быть, уже пора заканчивать, ясно? Хватит с вас. Верните мою одежду! Мне что, все выходные в полотенце теперь разгуливать? Значит, в полотенце. Ребят, вы здесь? Новых сообщений нет. Новых сообщений нет. Вы на кухне? Что-то там готовите? Если вы хотели меня напугать, радуйтесь, вам удалось.
Куда вы все делись? Ого, как странно. Эй! Ну, ребята, с меня хватит! Слышите? Меня этот ваш игнор совершенно не устраивает! Привет, Саманта. Меня ищешь? Ищи, не ищи. Это не поможет тебе, Саманта. Ты увидишь только то, что я захочу. А мне есть что показать. Что происходит? Открой глазки. О, Господи! Она красивая, правда? Что она делает? Вот птичка купается. Зачем? Но знает ли она, что ждет ее впереди? Что это были последние счастливые мгновения ее Зачем жизни? Зачем ты мне это показываешь? Зачем ты смотришь? Что ты чувствуешь? О боже, что ты сделал? Я дам тебе 10 секунд. 9. Нет, 8. Нет. 7. Не надо! Сэм! Нет. Это было захватывающе, правда? Молодец!
Твоя игра получается очень хорошо. Ох, столько работы, чтобы найти корень твоих страхов, а ты используешь это знание во зло. Твой великий страх того, что мертво. Ты обратил его против людей, которых тебе просто хотелось помучить. Оно того стоило. Надо убираться отсюда. Не понимаю, что там случилось? Маньяк! Как? Бред какой-то. Надо позвать на помощь. Эй! Ребят! Привет, Саманта. Меня ищешь? Нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где. Она должна быть в доме! Что тут еще обсуждать? Пошли! Смотри! Пожарная вышка!